Отца и Сына и Святого Духа. Сила Божия в немощи совершается. Мы это, наверное, слышали с вами давно. Вот только вот жить так не научились. Наверное, одни из самых таких знакомых нам слов, которые мы впервые, ну или достаточно рано начинаем слышать от своих детей или внуков. Сама. Сам. Сама. Помните, да? Прекрасно. Это же сознание человека. Я сам, я умею, я могу, я сильный. И ничего не получается. И никогда ничего не получается. Пока не пустишь Бога в сердце свое, чтобы Он в нем действовал. Вместо меня действовал. Мы с вами стоим на литургии и вопрошаем: заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Заступи. Буквально встань на мои стопы, так, чтобы я двигался, буквально опираясь на Твои ноги, Господи, чтобы Ты шел вместо меня, чтобы Ты все творил вместо меня. Это наше прошение, наверное, которое мы с вами не до конца обычно осмысливаем, что такое заступи. Вот это заступничество Божие за нас. И вот пока мы не позволяем Богу действовать в нас самих, у нас ничего толком не получается у самих, как у этих самых младенцев. Потому что когда начинается сам или сама, то обычно все ломается. И толком ничего не получается. Но мы всегда приветствуем и это начинание наших детей. Пускай попробуют, пускай идут, пускай творят, пускай совершают, пускай пытаются, пускай пробуют на зубок все, что только возможно, чтобы на своем опыте научиться жить. И сегодня у нас с вами праздник, братья и сестры. Именно этого самого нашего смирения человеческого, когда мы с вами осознаем, что без покрова Царицы Небесной жить невозможно. Жить не получается. Это, наверное, подлинное наше смирение. До конца ли оно осмыслено нашими сердцами, сказать трудно. Но мы все-таки этот праздник очень и очень любим и знаем, что Матерь Божия свой покров простирает над каждым из нас и всегда, и постоянно, и неусыпно, и неустанно. И вот слышать бы, чувствовать этот покров Матери Божией, наша с вами, братья и сестры, великая-превеликая задача – вслушаться и пустить не имамы иные помощи, разве тебе, владычица. Мы так поем с вами это песнопение, я надеюсь, что сегодня мы его еще раз с вами споем, а если я забуду, вы мне напомните. Царицу преблагую вас поем. Она с нами всегда. Она с нами постоянно. И только грубость и ожесточенность нашего сердца не позволяет нам постоянно ощущать ее предстательство. Постоянно понимать, что она рядом с нами. Для этого надо стать такими же, как юродивый Андрей. Христа ради юродивый. Юродивый по-русски, на современном языке означает уродливый. Да, уродливый умом, не позволяющий своему уму активно вмешиваться в Божий промысл. Схоронивший этот ум у себя на задворках человеческого разумения и понимания, и поэтому очистивший свое сердце до такой степени, что узрел Царицу Небесную, стоящую и простирающую покров над всеми нами. Вразуми нас, Господи, вразуми так, чтобы этот самый наш ум не выпячивался никогда,
чтобы мы его и при этом не забывали, этот путь, чтобы мы им пользовались, потому что Господь нам даровал это великое сокровище, но вместе с тем помнили всю-всю свою собственную несостоятельность человеческую без помощи, вне помощи Матери Божией и Царя Небесного. Этот праздник, еще раз повторяю, он для нас очень и очень важен, как великое вразумление для нас всех, братья и сестры, быть преданными и Богу, и Царице Небесной, им взывать, к ним молиться, и к другим помощникам, таким, как наш покровитель Николай Угодник, таким, как наш покровитель Филарет Московский, и многие-многие другие, прибегать к их помощи, заступничеству, заступничеству и заступлению. И тогда, может быть, наши пути к Господу Богу станут куда более верными, точными, правильными, и мы с вами достигнем Небесного Царства, к которому стремимся. Аминь.